Краевой этап всероссийских соревнований завершился накануне в Крымске. Им предшествовал отбор на уровне муниципалитетов. Одними из самых зрелищных стали соревнования по масс-рестлингу – якутскому национальному виду спорта. В этом году он дебютировал в программе сельских игр. Задача – перетянуть палку или соперника вместе с палкой на свою половину. Простой и динамичный, масс-рестлинг стремительно набирает популярность во всей стране. Анапская команда заняла 8 из 44 мест. Два участника вошли в пятерку. Лучший результат – бронза в категории до 85 килограммов у Анны Шашлыковой из Джигинского сельского округа. Денис Домников из Виноградного сельского округа за 7,66 секунды переместил 300-килограммовую телегу на дистанцию 20 метров. Он стал первым претендентом в состав сборной команды Краснодарского края для участия в финальных соревнованиях среди селян России, которые пройдут в августе в Курске.